Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка, распаковка. Не знаю, что в ней, не смотрел. Давайте вместе откроем и будем удивляться. Итак, это закос под Nokia 3310 от компании VK World. Давайте посмотрим, что у нас. Коробка неважная, то есть сделана сразу вот погнута здесь немножко. Вот кнопочный телефон. Большой и легкий. Attention, please remove the stickers on the battery. Contact boot up the phone. В общем, будьте внимательны. Короче, отключите контакт на батарее. Он очень легкий. Очень-очень-очень легкий. Вот, смотрим, что здесь у нас. У нас вот батарея. Вот эту вот бумажечку нужно убрать для того, чтобы запустить телефон. Вот, две симочки, симки стандартного размера и одна карта памяти можно вставить. Вот. Симпатично сделано все. Крупного размера такой. FM, радио. И радио. И давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Зарядочка и инструкция. Гарантиечка, я так понимаю. И инструкция. Инструкция есть английский язык. Ну а русский. Русского не видать. А, есть русский язык, информация по технике безопасности на русском языке. Давайте посмотрим. Прочитайте эту информацию по технике безопасности так тщательно, пожалуйста, что вы можете использовать свой телефон совсем безопасно. Ну, в общем, китайский и русский. То есть, как слышал китаец, так и писал. Вот, бестолковый, короче, русский язык тут. Вот, в общем, и инструкция получается тоже бестолковая. Все, больше в коробочке ничего нету. Что, не положили ни пряников никаких, ничего. То есть, я напомню, это около, там, не знаю, 10-15 долларов. Что-то такое стоит этот VK World. Вот, зарядка у нас VK World адаптер. Фирменный такой, сделан немножко топорно, но... Да нет, не топорно сделан, качественно. Тут мне показалось, что здесь трещина, а так тут допустимая щель. Хотя, наверное, просто не дотянут болтик, потому что она, если придавить, она исчезает, эта щель. Вот здесь под наклейкой, скорее всего, болтик не дотянут. Итак, 50-60 Гц, 0,15 ампера, output 500 мА. DC 5 вольт, 500 мА. Ну, давайте вставим. Сделан пластик очень приятный на ощупь. Я так понимаю, камера у нас ничем не залеплена. Но вот эта вот наклейка, она... Вот здесь щель у нас есть тоже. А, это я не дощелкнул, а я сразу придраться решил, что тут щелей наделали. Ай-яй-яй. Вот, фонарик. Две симки. Никакого звука он не издал. Но включился и такой щелчок, типа клац-клац. Так, press left key first. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я думаю, русский язык нету смысла, конечно, его выбирать здесь. Но давайте найдем и посмотрим. Так, наверное, это здесь в профилях. Нет, профили, это, наверное, профили звука. Back. Phone setting. Language setting. И выбираем русский. Язык ввода тоже пусть будет русский. Готово. Итак, время и дата. Время и дата давайте сразу поменяем. Сегодня у нас 19.03.18. Обновить настройки времени. Готово. Предупреждение. При изменении даты времени автоматическое обновление времени будет отключено. Продолжить. Окей. То есть тут еще есть автоматическое обновление времени. Ух ты, ух ты. Так, настройки языка, настройки клавиш быстрого
доступа, автоматическое включение-выключение, управление питанием, русский язык, ну, по крайней мере, то, что я сейчас вижу, все отлично. То есть показать, что это показать? Эффект анимации, то есть это, я так понимаю, настройка, подсветка 15 секунд и так далее. То есть показать, это не совсем понятно, что это имеется в виду. Вот, но безопасность. Настройки вызова, профили соединения, то есть это у нас нормально. Журнал вызова, телефонная книга, профили, сообщения, инструменты, мультимедиа. Мультимедиа, интересно, тут что-то есть. Фотоаппарат, интересно, как он фотографирует. Смазывает, у меня дернулась рука, и он просит ставить карту памяти. То есть без карты памяти тут ничего не пофотографируешь. То есть он фотографирует, но не записывает. Вставил карту памяти и сим-карту. Сим-карта у меня немножко порезанная самостоятельно и вставлена через адаптер. Вот, ну давайте посмотрим. Дата сразу сбилась, мы ее настраивали. Так, у нас сегодня 19-е. Поиск сети, то есть стримов, сим-карту нашло. Ну давайте посмотрим, как оно сфотографирует, не сфотографирует. Профили. Что за профили? Так, инструменты, да? Bluetooth есть, о, интересно тоже. Сигнал, калькулятор. Так, мультимедиа, фотоаппарат. И довольно-таки неплохо сфотографировал. Ну как, неплохо. Для такого типа камеры, да, то есть я не знаю, сколько она там, наверное, 0,2 мегапикселя. Вот, но если руки не дрожат, то довольно-таки неплохо фиксирует картинку. Вот, то есть даже можно что-то сфотографировать. Ну, естественно, вот буквы на... Вот эти он не разберет. Ну давайте попробуем. Не, каша какая-то, каша-малаша. Просто снял такое, что там как будто какие-то буквы есть. Ладно, с камерой понятно, давайте попробуем аудио. Поиск мелодии. У меня здесь на карте много мелодий должно быть. Это карта, которой я проверял плееры свои. А где громкость? Ага. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, baby. Ice, baby. Alright, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and watch it jump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Спасибо. Сядь, мам. Тихо посидим, время спрячет твои годы в красоту сиди. Очень громко орет, как для такого типа устройства, и у него вибрирует крышка, задняя крышка прям вибрирует вот здесь, вот щекотно пальцем, когда ты держишь его. Ты прости за вот то, здесь. Что вырос, повзрослел рано. Передает с колонки на заднюю крышку, ну давайте. Спасибо, сядь. И пусть почти уже не снятся сны. Передай отцу мои слова. Они про... Мама, не плачь, я счастлив. Даже сейчас в этих грехов акулей пасти. Ну, играет с каким-то подхрипыванием. Давайте наберем и... Алло, не пугайся, это я. Этот, я сейчас распаковку доснимаю и буду топать домой. Как слышно меня вообще, хорошо? Ну, все тогда, давай. У тебя тоже неплохо вроде. Давай, я наберу еще. И разговор не завершил, что ли?
А, нет, завершил. Слышно, в общем, неплохо, довольно-таки, ну, нормально, и за эти деньги довольно-таки неплохой аппарат. На две сим-карты, давайте я еще забыл посмотреть. А, фонарик, это же самая важная вообще в телефоне функция. Найдемте, давайте, фонарик. Я думаю, она должна быть где-то здесь. О, диктофон есть. Просмотр изображений. То есть мы можем посмотреть то, что мы наснимали здесь. Ну, прикольно. Вот, отлично. Ну, вполне таки хороший телефон. Так, а где же, наверное, здесь факел? Точно, факел, это у нас фонарик. И фонарик неплохо, ключи можно подсветить. Ну, довольно-таки неплохо светит. Факел работает. Ну и давайте посмотрим, насколько тут батарея. Батареи, я думаю, в этом аппарате будет хватать, ну, очень надолго, потому что ну, такого типа как бы аппараты, они тут не жрут почти ни экран, ничего. То есть, ну, я думаю, там пару дней точно должно хватать. То батарея у нас на 1450 мАч. То есть, если он потребляет, как, допустим, старая Nokia, то, я думаю, на месяц его должно хватать. Вот. Ну, круто, круто. В общем, такой симпатичный телефон с хорошей батарейкой. Сделан неплохо. Конечно, ну, качество достойно цены. Даже, ну, я бы сказал, что можно смело чуть больше дать за этот телефон. Есть 3.5 выход, microUSB. Давайте посмотрим. Тут тоже удлиненный. Я недавно был обзор у нас Servo S8 телефона спиннера. У него удлиненный был microUSB. Вот здесь тоже самый удлиненный, потому что в сам порт он углублен внизу. И если просто сделать короче обычный USB, допустим, вот взять вот такой, то он короче, и он уже будет не доставать сюда. То есть, ну, возможно, будет. Ну, может, и будет доставать. Не, этот достает и, наверное, будет заряжать. Лучше заряжать вот таким, то есть, а этот торчит, на всякий случай сделали с запасом, потому что, ну, этот реально воткнулся полностью и торчит. Я думал, что у него, как у Servo, будет там, ну, именно такой длинный, его он прям вплотную, а вот такие они просто отщелкиваются маленькие. Вот, ну, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!